Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Сегодня мы с вами поговорим о цыплятах. Сначала мы цыпленочка рассмотрим. Посмотрите, как он выглядит. Он желтенький, похож на маленькое солнышко. У него круглая голова, на голове находятся глазки, клювик, крылышки по бокам, лапки и сзади хвостик. И мы с вами будем лепить такого же красивого цыпленочка. Для этого нам понадобится наш любимый легкий пластилин, цветная бумага синего цвета и зеленого цвета, дощечка для лепки, салфетки, ножницы и клей. Приступим. Сначала я возьму бумагу синего цвета. Вот. Потом возьму зеленого цвета бумагу. Согну полосочку и вот в этой части отрежу ножницами. У меня получится вот такая заготовочка, такая полосочка. С этой стороны я сделаю прорези ножничками. Вот таким образом, не прорезая до конца. Вот такие прорези. У меня получится вот такая полоска. На что она похожа, ребята? Правильно, она похожа на траву. Вот эту полосочку я разделю на три равных части. Ну, согну, и у меня получится три части. Разрежу их, и получатся вот такие заготовочки. Одна будет выше, и две другие пониже. Вот так я расположу их. Возьму клей. Возьму бумагу другого цвета. И вот эту вот нижнюю часть, которая будет приклеиваться к листочку, намажу клеем. И вы, ребятки, намажьте клеем аккуратненько и приклеим одну часть повыше, салфеточками промокнем, чтобы хорошо держалось, и две части пониже. Тоже вот эту вот нижнюю часть намазываем клеем и приклеиваем. Теперь еще одну часть, вот эту часть, которая у нас не прорезана, намазываем клеем и приклеиваем. Лишний клей можно удалить салфеточкой. Вот так получается. Так, теперь будем лепить цыпленочка и присоединять на наш листочек. Для этого я взяла пластилин желтого цвета и разделила его на три части. Части у меня неравные. Одна часть побольше и две части поменьше. И еще у меня три кусочка пластилина. Смотрите, часть, которая побольше, это будет туловище. Мы возьмем желтый пластилин и катаем шарик. Потом мы его прижимаем и вытягиваем одну часть. Как вы думаете, что это у нас будет, ребятки? Правильно, это у нас будет хвостик. Потом берем еще кусочек пластилина поменьше. Тоже катаем его вот такими движениями круговыми. И прижимаем. Это у нас будет голова. Присоединяем на листочек бумаги. Так. И возьмем еще кусочек пластилина. Тоже скатаем шарик круговыми движениями. И немножечко вытянем. Это у нас будет крылышко. Тоже присоединим к нашему цыпленочку. Вот как красиво получилось. Так, теперь берем красный пластилин, катаем маленький шарик круговыми движениями и вот так прижимаем пальчиками. Это у нас будет клювик, он находится на голове. Тоже вот так присоединяем вот сюда. Так, теперь берем еще красный пластилин, катаем колбаску. Одну колбаску скатали. Теперь катаем еще одну колбаску. Как катает колбаску, вы помните? Это у нас будут лапки.
Вот внизу мы их присоединяем к нашему цыпленочку. Лапки. Так, теперь будем делать еще одного цыпленочка и тоже будем его располагать на нашем листочке вот с этой стороны. Берем желтый пластилин, катаем шарик круговыми движениями. Этот шарик должен быть побольше, потому что это туловище. Вытягиваем с одной стороны. Это у нас будет хвостик. Немножечко прижмем нашу заготовочку. И вот так вот будем ее располагать рядышком. Возьмем другой кусочек пластилина, тоже катаем шарик. Это у нас будет голова. Немножечко прижимаем ее и присоединяем. Вот как хорошо получается. Берем еще один шарик. Катаем круговыми движениями, вот так делаем. И прижимаем его немножечко и вытягиваем. Это у нас будет крылышко. Присоединяем к нашему цыпленочку крылышко. Так, теперь берем красный пластилин, катаем маленький шарик. Прижимаем его с одной стороны, получается клювик. Присоединяем его к нашему цыпленочку. Так, у нас остались два кусочка красного пластилина. Это будут лапки. Катаем колбаску. Вспоминайте, ребятки, как я вас учила. Вот такая она должна быть одинаковая, эта колбаска. Одинакового размера. Вот и еще одну катаем колбаску. Вот таким образом. Равняем пальчиками и присоединяем лапки. Внизу они находятся у нашего цыпленочка, лапки. Вот так присоединили лапки. Теперь возьмем глазки. Я люблю вот такие глазки, которые уже готовы. Мы их присоединяем. На голове находятся глазки у наших цыплят. Вот так. И другому цыпленочку присоединим. Вот такие глазки. Немножко можно подпушить нашу траву. Прижмем еще цыпляток, чтобы они хорошо держались у нас на листочке. Вот такая у нас с вами получилась красивая работа. С веселыми, дружными, красивыми цыплятами. И у вас, наверное, ребята, получилась такая красивая работа. А на этом наше занятие закончено. До следующих встреч. До свидания.